Поиск в социальных сетях информации религиозного характера часто приводит к источникам деструктивных течений, названия которых носят якобы правильные утверждения. Ислам, аяты, хадисы, счастье в исламе, заблокированные сообщества в Республике Казахстан. Чем это опасно? Подписка на сомнительные религиозные сообщества, распространение материалов, пересылка сообщений на другие платформы, репосты и лайки могут привести к нарушению уголовного и административного законодательства Республики Казахстан. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Часть 4, статья 453. Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение иной продукции, не относящейся к СМИ, культа жестокости, насилия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Пункт 3, часть 1, статья 490. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного назначения. Часть 3, статья 490. Осуществление миссионерской деятельности без регистрации, а равное использование миссионерами религиозной литературы и информационных материалов религиозного назначения без положительного заключения экспертизы. Распространение вероучения незарегистрированных в Республике Казахстан религиозных объединений. В этой связи из соображений вашей личной безопасности не советуем изучать религию через социальные сети. И рекомендуем отписаться от сомнительных религиозных сообществ, в особенности заблокированных на территории Республики Казахстан, так как незнание закона не освобождает от ответственности. Берегите себя и своих близких.